Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах колтунов у кошек. Колтуны – настоящее расстройство для владельцев длинношерстных и полудлинношерстных кошек. Некрасивые комки шерсти портят внешний вид животного, а иногда могут и свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме питомца. Из-за чего могут образовываться колтуны? Давайте подробнее рассмотрим основные причины их появления. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Неправильный уход за шерстью питомца, пожалуй, самая распространенная причина образования колтунов. Расчесывать длинношерстных и полудлинношерстных кошек необходимо регулярно с помощью специальной щетки. Кроме этого, важно правильно купать мяукающих любимцев. Колтуны часто появляются из-за использования неподходящего кошке шампуня. Дерматологические проблемы – вторая причина появления колтунов у кошек. Самая распространенная из них – перхоть. Чешуйки белого цвета сильно склеивают волоски шерсти животного и тем самым вызывают образование колтунов. Избавить кошку от колтунов из-за дерматологических проблем можно, пролечив ее под контролем специалиста. Кожные паразиты – третья причина образования колтунов. Волосоеды и блохи заставляют кошек очень часто вылизываться. Из-за переизбытка слюны шерсть сваливается в мокрые комки, которые впоследствии превращаются в колтуны. В этом случае справиться с колтунами можно с помощью антипаразитной обработки. Неправильное питание – четвертая причина появления колтунов у кошек. Возможно, свалявшиеся комки шерсти у животного свидетельствуют о том, что питомцу не хватает белков и минералов в питании. Чтобы эта причина образования колтунов обошла вашу кошку стороной, следите за тем, чтобы рацион питомца содержал все необходимые ему полезные вещества. Колтуны не только портят внешний вид кошки, но и доставляют ей самой массу неудобств. Кожа под колтуном нередко бывает стянута, из-за чего животное чувствует боль. Ухаживайте за своей кошкой правильно, следите за ее питанием и при подозрении на дерматологические проблемы или паразитов обязательно показывайте ее специалисту. Так вы сможете обезопасить кошку от колтунов, либо избавить ее от них на ранней стадии. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!